Так, дорогие друзья, поставила воду. Нифига ты. Я специально так отвернулась, потому что Катя не хочет, чтобы я ее снимала. Поставила воду на рис. Также поставила у меня... Катя, что будем варить? Макарошки или рис с рыбкой? Макароны. Все понятно. Значит, воду на макароны поставила. И яйцо поставила варить. Будем делать салатик еще. О, какие у тебя руки грязные, аж мыло жидкое становится темное. Ладно, сейчас все это отварится, и потом будем с вами кромсать салат, жарить рыбку и ужинать. Если кому-то это интересно, то оставайтесь с нами. Дорогие друзья, пересадила я орхидею, полила, и вот как я по видео посмотрела, должно немножко там водички оставаться, чтобы оно пропиталось. И вот так вот посадила я. Я надеюсь, что я вообще правильно сделала. Тут что-то это боязно. Эту я не стала выкидывать тут, потому что написано на этой карточке, как ухаживать за ней, да что. И вот просто сбоку воткнула и название цветка. Напомню, какой цветонос у нас. Вот такой вот он. Очень красивый. Тут две веточки, два цветоноса. И вот так вот пересадила. Напишите, если кто занимается орхидеями, вообще вот так вот нормально. Нет, ну тут я постаралась отодвинуть, конечно, от цветка-то эту. Всякие корешут, камешки. Сильно старалась не закрывать, как по видео было показано. Ну вот, в целом, вот так вот у меня. Так, ребята, отварила макарошки. И скоро доварится уже рис с яйцом. Также у меня доваривается уже рис. Я его стараюсь не переваривать, поглядываю, постоянно помешиваю. Так, и также у меня, а я почти сварились яйца и поставила, что-то крышку надо помыть, и поставила жарить рыбу. Жарится уже у меня рыбка. Так, дорогие друзья, сейчас будем вместе с вами готовить крабовый салат. Что мне для этого понадобится? Рис вареный. У меня вот такой вот он рассыпчатый получился. Вкусненький рис. Дальше огурцы, крабовые палочки, яйцо. У меня в одну тарелку не поместилось, поэтому сюда. Кукуруза и зелень я положу. Нынче попробую сделать без колбасы, как вы рекомендовали. Посмотрим, понравится детям или нет. Так, дорогие друзья, я буду смешивать все в таком тазике, потому что, как вы знаете, у меня семья большая. Первое я положу сюда, это рис. У меня семья из 10 человек, поэтому мне надо много готовить. Да, следующее я сюда положу, это огурчики. Огурчики я всегда очищаю от кожурок.
Следующее сюда положим крабовые палочки. И пока все это немножко перемешаем, потом дальше будем уже соединять остальные ингредиенты. Приношу извинения. Так, приношу извинения, просто Ванечка прибегал, тут просил. Дальше перемешали хорошенечко. Я ложу обычное яйцо. Яиц я делаю много, потому что у меня дети любят, когда много яиц в салате. Поэтому вот так вот. И все, опять это тщательно перемешаем. Многие напишут, что это обычная каша. Ну, это у всех по-разному, ребят. И также добавляем сюда кукурузку. Кукурузку тут я мало взяла, одну баночку всего, поэтому будет ее немножечко. И все хорошенечко и тщательно перемешиваем. И добавлю сюда еще немножко зелени для вкуса. И все это тщательно перемешаем. Так, и последнее, что я сюда добавлю, майонез. Кто-то может добавить сметану, кто как. Ну, у нас дети больше любят майонез. Поэтому добавляем майонез. И все это тщательно тоже перемешиваем. Так, все, дорогие мои друзья, перемешала. Добавьте обязательно соли, кому если мало. Но я рис варила, поэтому попробовала. Соли, в принципе, хватает. Вот такой вот у меня салат получился. Нынче я стала делать без колбасы, потому что многие подписчики сказали, что с колбасой это уже не крабовый салат. Если вам интересно, понравилось такое, то делайте тоже вместе с нами. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я сейчас дожариваю рыбку и будем ужинать. Так, дорогие друзья, наложила деткам кушать. Салат, если хотят, еще себе добавить. Но в целом у нас макарошки с рыбкой и салатиком. Салат тут еще целый тазик, как вы знаете. Вот такие вот порции. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, мы пойдем ужинать. Вот такой вот, ребята, у нас был вечер. Тут у меня Окси села кушать, да, Оксана? Тебе вкусно? Да. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем спасибо, дорогие друзья. Многие расстроились, что нынче у меня зарплата получилась меньше, чем в предыдущем месяце. Дорогие друзья, я вам хочу сказать огромное вам спасибо, что вы остаетесь с нами. И не огорчайтесь, что теперь поделаешь. Такая она жизнь. Я уже поела, сейчас немножко отдохнем. Поиграем, да? И спать. Она. Да? А я все уроки сделала. Да, мы с тобой все уроки сделали. Вау. Ты у меня молодец. Всем хочу сказать огромное-огромное спасибо, что вы остаетесь с нами, что вы такие у меня чуткие и добрые. И всем хочу сказать, берегите свое здоровье. И всем пока-пока.